Общественный транспорт сегодня и завтра в Кишиневе не ходит. То же касается и муниципия Бельцы. Таким образом, власти ограничивают передвижение горожан, чтобы снизить риски передачи коронавирусной инфекции. В целях безопасности с начала этой недели, когда троллейбусы и автобусы начали ходить в нормальном режиме, пассажиров обязали носить во время поездки медицинскую маску или прикрывать лицо шарфом. Нарушителям грозят крупные штрафы за то, что они ставят под угрозу здоровье окружающих.